Ко дню пожилого человека профсоюз ЗАО «Совхоз имени Ленина» выдавал деньги пенсионерам. Утром 29 сентября 2022 года в помещение клуба «Золотая осень» стали приходить люди для получения средств. Сидите, дальше расписываемся. Это вот здесь вот. Да. Сегодня происходит выдача материальной помощи пенсионерам, работавших в ЗАО «Совхоз имени Ленина», к Международному дню пожилого человека. У нас традиция уже. Также есть и будет традиция – это выдача овощей. В этом году будет происходить выдача овощей ближе к концу октября, потому что овощи еще в данный момент собираются. Так что мы сообщим дополнительно нашим пенсионерам. Пожилые люди благодарили трудовой коллектив народного предприятия и лично Павла Николаевича Грудинина за заботу и поддержку. Год по 4 раза вот выплате. Каждому празднику. Как праздник нам дают и овощи бесплатно каждый год. Так что мы довольны, мы благодарны пенсионерам. Поддерживают, короче, пенсионеров. К Новому году, к 8 марта, к 9 мая. У нас не забывает. Мы рады до смерти, что нам Павел Николаевич нас не бросает. Большое ему спасибо, скажите, прям передайте ему, что большое спасибо от всех пенсионеров. Большое спасибо Павлу Николаевичу, что нас не забывает. Я говорю, Богу благодарю, что посмотри, какое вот ангельское место. Вот Эдем какой, вот настоящий Эдем. У нас тишина, у нас красота. И в то же время такой этот мегаполис, да. Что все, ой, Москва, суета, толпа. Я говорю, да мы в раю, мы в тишине. И к нам такая. Ездят, я вот точно знаю, многие ездят отдихать сюда, вот на пруды, по поселку, в парке, везде. Все ходят из Орехова. Там пойди куда. Это если только в Царицыно ехать. А у нас все дома. Идем. И денежку дает Павел Николаевич. Посмотри, 4 раза в год по 5 посчитай. 20 000 в год. Там, просто так, дуренько. Впереди у именитого сельскохозяйственного предприятия 105-летний юбилей. Что приготовит руководство к этому празднику, мы не знаем, но уверены, без заботы стариков не оставят. Напомним, что к столетию предприятия каждый из пенсионеров получил по 100 000 рублей. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. До скорых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии и распространять это видео у себя в социальных сетях.